Всем привет, это Примринг. 21 ноября 2015 года. Мы находимся в городе Хабаровск. По той причине, что полгода назад, 7 месяцев точнее, закрылся этот удивительный центр, картинговый, в городе Хабаровск. И Примринг решил помочь друзьям. Вот, и сегодня у нас открытие. Сегодня у нас открытие под брендом Примринга, но уже не Примринг, а Амурринг. С таким симпатичным изображением медведя. Примринг, Амурринг, Примринг, Амурринг. Стикер у них медведь. Вот. И сегодня ждем гостей, ждем друзей, ждем людей. Короче, будет весело. Погнали. Автоспорта должно быть много. Ну и по всей России его реально мало. В Владивостоке есть, вот сейчас в Хабаровске открываемся, потому что 7 месяцев назад он закрылся, сейчас решили открыть. Как-то так. Сейчас пройдемся по трассе, ну и вообще по помещениям, я покажу вам, что здесь есть. Вот, довольно нехило, очень много пространства, очень много интересных штук. О, шлема. Едем. Так, вот и трасса. Вот и трасса. Мы на трассе. Значит, карты здесь электрические. Вот они. Причем мы тут не едем. Ой, какой смешной. Короче, управление, сразу говорю, очень забавное. По той причине, что это же электрокар. Странный звук. Все очень странно, но... Это все? Вот он левый, змейка небольшая. Едем дальше. Вот он правый. А здесь можно наваливать. Опять можно наваливать. Ну как наваливать? Ну здесь можно вот так сделать. Ну давай, давай, родной, давай, 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 давай. О, поехал. Странно, он едет как-то. Короче, у него запоздала реакция какая-то, но прикольно. На самом деле, угарно. Давай, родной, давай! Ну и мы, наверное, приехали. Да. Ну, прикольно, слушай. Звук, правда, дурацкий. Должно все тарахтеть и дым валить. А здесь такого нету. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7, 26. 26 картов. 26 боевых тачек. А сколько поворотов всего? Он говорит, не знает. А? Забыл, говорит. Едем дальше. Ну вот, собственно, как-то так. Красное с черным. Прикольный цвет. Бросающийся в глаза. Очень мило все, очень аккуратненько. Не знаю, мне нравится. На улице минус, тут тепло. Здраво. Ну, у нас, конечно, побачи. Чего вы привезли сюда, я не понял.
Здорово, Александр. Трактор. Трактор привезли? Трактор. Короче, пацанчики тут приехали. 4-2-1-2. Мы на дне прям перекатим. Короче, буду дубасить сегодня вот на этой вот фигне. А что, давайте трехколесным. Бегходом сам заехал. А брелочек мне нравится, на ключе. Да! Зелье! Ага. И что дальше? Ну, надо несколько. Давай. Короче, подготовка полным ходом. Awesome, I'm right, the motherfucker, my love.